Подобные праздники проходят при поддержке благотворительного фонда «Наши дети». Организация уже несколько лет активно помогает Одинцовской детской больнице. Здесь работает программа «Милосердие» – уход за социальными сиротами в лечебном учреждении. Сегодня мы привезли театр наших друзей, театр на колесах с детским спектаклем. Но это именно праздничное мероприятие. А вообще с больницей мы работаем давно, с 2008 года. И наша основная работа, что мы организовали постнянь в палате, вот в этой палате, палата малышей отказников. А няни здесь 24 часа, меняются посменно, и они ухаживают за ребятами, за малышами. Выполняют роль второй мамы, временной мамы, пока дети, как правило, это дети-сироты или дети-социальные сироты, пока они находятся в больнице, няни за ними ухаживают. Актеры театра на колесах – частые гости в детской больнице. Это уже не первый спектакль, который был представлен здесь. Дети от мала до велика собрались в игровой комнате. Самое главное, мне кажется, пожелание, чтобы этот день защиты детей, он перестал быть праздником, а был бы 365 дней в году, именно вот этот вот день защиты детей, чтобы это было не как вот, конечно, хорошо об этом вспоминать, но ребенок каждодневно нуждается вот в нашей защите, в нашей опеке, и, в общем-то, это интересно, раз, это полезно и это выгодно в долгосрочной перспективе, потому что если ты в меру силы и возможности сделаешь счастливым детей вокруг себя, то в конечном счете ты будешь жить в мире счастливых людей. А это, я думаю, прекрасно и для нас, и для наших детей. Настоящей сцены в больнице нет, но это не беда. Артисты привыкли выступать в небольших помещениях. Главное – создать атмосферу праздника и сказки, чтобы мальчишки и девчонки поскорее поправились и поехали домой. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».